8 ноября 2009 года, последний день каникул и день рождения Алексеевой Марии Владимировны, моего 9-го ребенка, моей 4-й дочери. Ей уже 13 лет. А? Надо ее поздравить. Ну как? Как по импортному манеру, как по телевизору учили там. Иностранная поэзия, она покруче Пушкина, да? Там столько, мало слов и столько содержания. Ну-ка, давайте. Маша, тебе импортная поэзия какая, с днем рождения тебя, повторяют там чуть не 10 раз, да? Это круто. Русские бы до такого не додумались, правда? А тут коротко и ясно, все ясно, тебя с днем рождения, вот и все, что тебе.